Перекладка нахуй! Блять! Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и наконец-таки новенькая серия по прохождению школы вождения в Gran Turismo Sport. Друзья, между прочим, предыдущая серия набрала аж 27 тысяч лайков, и вы не представляете, насколько мне радостно от того, что вам действительно заходит эта рубрика, потому что это и интересно, и полезно, и еще и забавно временами, потому что у меня, ну, не все получается сразу пройти на золото. А я хочу напомнить, что, между прочим, это моя задача, которую я сам себе поставил, пройти полностью школу вождения, все этапы, именно на золото, чего бы мне это ни стоило. Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, кушать, всем приятнейшего просмотра. И, между прочим, я тут себе на второй экран вывел самого себя, ну не для того, чтобы любоваться, а для того, чтобы не повторить вчерашний, получается. Вчера выходила серия по The Last of Us, вроде как, я, если ничего не путаю, и там я немножечко, так скажем, обделался, потому что вебка застыла в какой-то момент, а я этот момент не смог проконтролировать, и больше половины серии я был застывший, поэтому я тут буду периодически поглядывать, так скажем, на самого себя, смотреть, как у меня там лысина блестит, не блестит, и главное, чтобы я не застыл в какой-то момент, а если застыну, то я это как бы сразу проконтролирую. Все, друзья, мы начинаем 41-е задание. Грунтовая трасса в RX Гербы-ралли-кар. Собственно, опять что-то спортивное, опять... Ой, сейчас начнется, друзья. Именно это... Вот именно те задания... Как тут, блядь, нажать-то? Я, короче, на геймпаде нажму. Так, условия... Зачета дисквалификации. Почувствуйте разницу между грунтом и твердым покрытием. Хуйня вопрос! В ралли-спридах гоняли, поэтому сейчас я все, блядь, прочувствую на максимум. Все, я готов. Так, педали куда-то уехали, правда. Ну ничего, сейчас пока грузится, я тут все исправлю ситуэйшн, так скажем. Не, я говорю, вот, ребят, если у вас есть реально консоль, а Gran Turismo доступна как минимум там на PS4, например. И, блин, если у вас есть руль, просто... Это вот, ну, это нужно попробовать. Это реально симулятор, и я говорю, вот я в свое время научился, ну, не то что ездить, научился каким-то моментом именно вот благодаря этой школе вождения. Это реально очень классно. Так, все, поехали. Фух, ну чё? Во-во-во, ой-ой-ой, что-то, блядь. Так, все, это уже я? Это не я еще. А, вот, теперь я. Так, ой-ой-ой, как... Слушай, реально грунт. Ой, блядь, я уже, блядь... Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, я понимаю, что я проходил это все, но в смысле это-то я не проходил, а проходил другой гранту... В отсечку дал... Вау! Это серебришка, я думаю, серебришка. Серебришка, ни о чем, Санек. Санек, ни о чем. Бля, вот тебе и ралли-кар называется, дали мне, а я... Фух, я вспотел, реально, что-то... Ну как же вот... Офигенно! Я вот честно вам скажу, я, наверное... Не знаю, что сказать. Короче, это реально круто. Вот прям грунтовое покрытие, оно очень сильно передается. И, кстати, по многочисленным просьбам я решил оставить худ. Поэтому, друзья, напишите, все-таки убрать его или нет в следующей серии. Может быть, все-таки он отвлекает и как бы не очень. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я тут боюсь этот шнурок ебаный, блядь, который у меня от наушников, чтобы он не порвался. Ай, блядь, микрофон поскакал. Это серебришко. Золото! Нормально. Более агрессии добавил. Вот играючи. Когда начинаешь рулем работать играючи, вот этот грунт, да похуй на этот грунт. Пусть скользят камушки из-под колес, я, главное, играючи вот это все прохожу, и все нормально. Просто видите, вот этот шнур ебаный натянут здесь. Вот этот вот. И он как бы около руля. Я могу его пиздануть, как это было в одной из... Ох, нихуя там как... Я взлетаю как ракета, для меня есть вся планета. Ебать, я просто раздал, просто играючи реально. Но не надо новой попытки, я готов выходить отсюда. Так, фу, какой звук, блядь, опасный. Так, это все, километраж опять. Пробег наматываю, накатываю, все там у меня уровень апается. Что там, награда будет какая-то, нет? Просто 8-й уровень или 7-й какой там. Так, выбор заезда, 42-й. Ой, блядь, Мустанг, ГРБ, ралли-кар, грунтовая трасса 2. Что-то мне это не нравится, блядь. Сейчас бы Мустанг раллийный мне дали сразу же. То есть я только прочувствовал в RX и сразу на Мустанг, да, получается? То есть настолько уверены разработчики в том, что я не разложу этот Мустанг сейчас. Тушпилька ого-го. Сарденго мельница, между прочим. Это Италия. Итальянская мафия на стар. Все, поехали, короче. Фух, ой-ой-ой, кто? Тихо-тихо, переключи, блядь, а мотор... Это что? А нахер? Это я? Нет, это он ебал в отсечку, а зачем? Так, тихо, притормаживаю. Блять, я страшно мне. Мне страшно в натуре этот. Пизда. Все, блять. Я же говорю, блять, на эвакуаторе отсюда поеду сейчас. Короче, хотел escape нажать. Сейчас бы escape нажимать. Бля, я пока. Я боюсь реально шнурок этот ебаный порвать. Нахрена в осечку-то ебется? Готово, что? Я готов. Поехали! Так. Четвертое. Бля, страшно, что пизда. Главное, вот, главное, с одной стороны. Да куда тебя выносит? Да ёбаный поворотник, а? Откуда?
Я что-то вообще, что-то ни о чем вообще, как бы, ну, финиш. И чё? Бронза, блядь. Ничего, что я даже как бы особо не пытался. Все, я понял. Так, ролист Александр Булочкин на старт. Пилот на Форд Мустанг. Итак, поехали, приготовились. Так. Газиком, газиком контролируется все это. Так, здесь. Вот тут я уебенился куда. Бля, куда его выну... А что за хуйня? Я что-то не могу прочувствовать это все. Золото? Чего, блядь? Такое, блядь, если честно. Ну, такое грязное золото, что мне хочется повторить, потому что то, что меня там вынесло... Я понял, короче, я слишком агрессивно пытался это пройти. Здесь рассчитано, сейчас я можно чистенько пройду? Пусть даже подольше, но чистенько, потому что то, что меня там выкинуло, и как бы, по сути, я нихера не прошел. Так, Санек, давай, это грунт. Все. Хорошо. Нормально, нормально, зато выход хороший, выход хороший. Блядь, шнурок ебаный, блядь, я без звука, и чё? Все, пизда записи. Пизда... Я ничего не сл... Блять, пожалуйста. Я без звук... Блять, я проверю. Я проверю, пацаны. Фух, ребят, вроде засейвил. Засейвил, все нормально. Я просто реально испугался. Всякая хрень может быть. Я опять прошел на золото, но это грязное золото. Меня выпрямляет. Я как будто, блядь, какой-то черствый, блядь. Какое черствое? Это какое, знаю? Ну, такой, блядь, жиденький, короче. Так, все. Шнурок не натягиваю. Бля, вот уже обстоит какая-то проблема. То шнурок, блядь, то еще что-то. Все, чистое прохождение на золотишко. Притормаживаю. Хорошо, 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 хорошо. И здесь вот надо... Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Да похуй там уже, похуй! Главное... А, финишировал-то главное, ничего не пизданул! А-а-а! Больше, чем на секунду, быстрее! Ролист! Я с ралли! Я с ралли возвращаюсь! Блин, прикольно. Не, ну ладно, на самом деле, ну понятно, что тут все равно грязное золото, но похуй. На больше, чем на секунду, быстрее! Сейчас во мне проснется тот самый ралли-гонщик. Конечно, я, блядь, не выступал на раллином Мустанге, так не дошло до этого, но... тем не менее, как говорится. О! 86-я ГРБ, ралли-кар, безопасные прыжки на грунте. Ебать, что тут, бля, это что, фан-мапа какая-то или что? Ебать, какие нахуй прыжки, бля, скилл-тест или что это такое начинается? Ладно, 21.30, я запомнил. Чё? 21.30? Нет, 21.30 вроде еще рано. Так, поехали, старт. А 20.07, время точное, московское. Так, это уже какой-то, блядь, Колин Макрей пошел, получается, да? Так, все. Тормозом поставился. Блять, знать бы трассу, а так безопасные, да, прыжки получаются? Четвертая перед... Блять, точно безопасно? Блять, пизда подвески! Торможу. Не очень агрессивно, согласен. Можно было пожестче, блять. Но зато аккуратно. Серебришка, да? Золото! Я же вижу время! Золото! Золото с первого раза! Вот, я привык к грунту. Грунт, оно в крови. У меня вместо, блять, крови течет, блять, зерно, блять, это грунтовое. Бля, ебать, там лавочка сзади. Это точно не, это не бампер чей-то вообще? Там, ну, просто это не на спойлер похоже, это какой-то бампер лежит чей-то от КамАЗа, блядь, какого-то. Не, ну это если это безопасные прыжки, то я хуй знаю. Тогда мои прыжки, блядь, в ралли... Ага, в ралли. Чё, с ралли? Да, с ралли. Всё, поехали, короче. Заполтался слишком я. Сегодня награда, кстати, меня ждет по итогам прохождения. Чё? Ага. 44-е. О-о-о! Полный привод Mitsubishi Lancer Evo Final GRB Rally Car. Чего? Сопряженные повороты на... А, перекладка. Так надо, блядь, писать по-русски. Перекладка. Зачем мне? Сопряженные повороты. Я сразу представляю, что повороты шпили-вили делают. Так, ладно, поехали. Значит, ага. Ой, блядь, ручника бы дернуть. Нихуя себе, блядь, Эвик ебашит. Ой, хуёво прошел. Я не знал, что так жестко здесь будет. Может, блядь, вторую включу? Может, вторую включу? Не, тихо, блядь. Хотел поставиться, но понял, что рано. Не, ну это хуета. Хуета? Серебришка? Ну это ошибки. Ошибка за ошибкой следует. Сейчас показываю, как надо проходить. Я боюсь за этот шнурок, реально. Я не могу агрессивно ехать, потому что я его сорву сразу. Все, поехали, показываю. Бля, а гидропалку можно подключить, интересно, к... Блять, я хуй... Опять шнурок дернул. Да блять! Да это хуйня, блять! Нет! Это хуета! Это золото, но это очень грязное золото. Нет. Это некрасиво. Я если бы в ралли так ездил, я бы, ну, в шоке был бы. Все, короче, шнурок закидываю сюда. О! Идея! Шнурок за шнурком! Сейчас не должен ничего. Поехали! Бл...
блядь. Не очень, конечно. Не, хуета! Хуйня! Где пауза, ёбаная, блядь? Блядь, на этих кнопках. Сейчас. Пауза. О, новая попытка. Все. Ща! Да какой вид это? Перемени! Переверни! О, все, отлично. Все, показываю. Пиздец, она фыркает, да? Просто фыркает. Ну, из 15 выехать хочу. У меня есть своя награда. Я хочу на платину проехать. Платину это из 15 выехать. Смотрите, показываю. Все, золото это не мое, блядь. Я делаю, это грунт, блядь. Все это мое. Сейчас все будет. Блядь, не попал, сука. Не попал, блядь. Не попал. Блять, 15-162! А если попаду, будет пятнашка. Все, отдрачиваю полностью. Все равно в конце мне сейчас заставят по этой трассе полностью ехать. Поэтому я должен привыкнуть максималочка. Все, максимально привыкаю. Все, поехали. Да сука, что же я не попадаю в этот ебаный поворот, а? Пиздец. 14-971! Платинум! Платинум! Этого парня еще не сидит платинум! О, это для меня, это платина! Ладно, 14.9 выезжаю. Я не могу успокоиться, все. Улучшалочка пошла. 14.8, надо проехать, чтобы на секунду быстрее. Поехали! Ебать, я сосредоточенный, Маугли, блядь. А, хуйню проехал, хуйню! Нахуй вот эти вот, вот это вот, зачем скользячка такая жесткая-то? Блин, 14.8 хочу проехать, это еще надо скинуть, ого-го, сколько? Это еще, ладно, последний раз не буду улучшать, перевыполнение называется вызова. Так. Сука! Ну чуть-чуть бы попало, и смотри, вот реально, было бы это, было бы это. Вот этот вот мой дрифт в первом повороте нахер не нужен, а во второй агрессивно закладываюсь, выхожу и сразу же третью въебываю и проезжаю. Все, я должен это сделать. Да, блядь! 14.605! 14.605! По минуты! Минута и два! 1.2! 1.2 разница с золотом! Ралли! Ралли! Просто in my blood! Ралли! Ралли! И скачевники тайм! Окей! Alright! Зашел перекладочка и вышел! Все, вот тут вот, смотри! Просто... Просто я с ралли. Я вернулся с ралли. Просто... Бля, надо, я говорю, сейчас надо придрочиться. Все, это прям... Я, конечно, не уверен, что я каждое испытание готов пройти на секунду быстрее, но это будет уже жирненько, согласен. Так, 45-е. Ой-ой-ой, Genesis GRB Rally Car. Опять дрифт. Ой, бля. Ой, бля. Это оттормозиться, заложить. Так, 21.2, да? Получается, надо проехать. Все, я готов, я готов, я готов, я готов. Опять Италия, опять мельницы. Ох, какой, ой-ой-ой, ой, рычит, ой, рычит. Так, трасса, что там получается? Понял. Это уже какое-то... Блять. Я трассу нихуя не знаю, блядь. У меня же ни штурмана, ни хуюрмана, никого ж нет, блядь. Ну, блядь, такое. Ну, это золото, наверное. А-а-а, я думал, бля, секунда сразу скинута. Из 20, ладно, не буду. Я знаю, вам не нравится перевыполнение, когда я там повтори за мной, не повтори за мной. Вот это вот перевыполняю, когда вы особо этого не любите, поэтому не буду сейчас пытаться из 20 выехать. Но с первого раза на секунду быстрее, я считаю, что неплохо. Не, говорю, главное просто прочувствовать этот грунтик, и все. Вообще, no problem. И дальше по и трассу, если бы я знал сразу, то есть, понятное дело... А тут я, получается, ничего не знаю. Поэтому сложно. От этого и сложно становится, потому что я ничего не знаю. По жизни вообще в целом. Так, ну-ка. Выбор заезда 46-й. Так. Ой. Ну это... А что там по
это, ну, ну как там вообще, муфта, там вот это все, ну как бы ничего, нормально все будет, точно. США, Колорадо Спрингс, озеро. Угу, так, это вот так вот разгон, чуть лево, потом вправо дуга. Не слишком жестко на ГТР-то? Ой, какие циферки, блядь, на калькуляторе кто-то печатает быстро, смотри, 6700, блядь, 1400, блядь. Так, ладно, опа. Так, где там оторма... А, все, понял, пизда мне. Блядь. Я же... А, я думал, он жестче. Я, блядь, я нихуя не понимаю трассу пока что. Куда там, налево сейчас? Блядь, ну это пиздец, ну я не знаю трассу. Ну я, конечно, как болван еду, блядь. Я су. Ну это не золото, это даже не серебро, что ли? Это даже не серебро. Это даже не серебро, это бронза. Бронза, блядь. Так, ладно, я, правда, особо сейчас... Надо было запоминать просто карту. Да, карту именно. Да даст два, блядь. Так, вторая, третья, поехали. Четвертая, значит, здесь я вот сюда. Здесь оттормаживаюсь. Ага, на второй прыжок. Так, сюда. Третья. Блядь, можно было агрессивно. Я сейчас перевернусь нахуй, блядь. Третья. Блядь, да можно было на выходе сразу сжать. Чё я, блядь, не нажал-то? Если бы я сейчас дуванул сразу из этого поворота, это было бы на секунду опять быстрее, но я засал, я опять забыл трассу просто. У меня же склероз, блядь. Ой, блядь, сейчас бы на ГТР и в ралли, блядь, кататься. Такое, если честно. Сведения о доходах. Нормально, блядь. Так, ага, 11, ага, 12,1. Сегодня прямо эмоции. Сегодня прямо эмоции, я серьезно говорю. Так, все, это прошел. Что там, проехать полностью трассу, да? Чё? Серьезно, блядь? Основа дрифта? Kyoto Driving Crash... Управлять машиной... Вот этого я не ожидал, блядь! А это, между прочим, еще не конец. Нас ждет еще потом профи. Вот в следующей серии там будет вообще просто... Вот я чувствую уже, что будет. Будет просто пиздец. Так, основы дрифта. А, еще какие-то испытания. Так, а что надо сделать? Сейчас я подготовлюсь. Друзья, я, возможно, сейчас будет меня не очень хорошо слышно, но у меня просто руль 1080 градусов, и они полностью работают 1080 градусов, не 900 или 720, как я обычно ставлю, а 1080. Я к этому немножко не привык, поэтому прессал малеха там в один момент. Ебать, пустанк раздал. И меня напрягло, что я набрал 2246, а там еще и вот эти флажки ебучие, которые появились. Я увидел, что там не все флажки. Поэтому... Опять этот ебаный флажок опять не хватило. Там я видел, там... Я слишком рано поставился, надо как-то ее... Сука, дрифтер, блядь. 3400, так, попробуй сейчас поставиться по внешке. Флажки меня эти смущают, какого хуя? А, не, нихуя, блядь. Один флажок так и не хватило тогда, в тот раз. Я просто пытался поставиться под большим углом, я так понимаю, здесь всем похуй, на каком угле я иду. Тут главное начать побыстрее и больше очков тем самым. Поэтому мне нужно по внутряночке просто сразу ставиться максимально. Ну-ка. Перекладка, нахуй. Блядь. Друзья, вот сейчас, если честно, я конкретно прессал, потому что у меня, я не знаю, я вырвал не только звук, я вырвал микрофон, у меня просто выдернуло все, я в это время застыл, я понял, что записи пизда, но вроде нет. Короче, я пытался сделать на словах перекладка нахуй, я просто вырываю все, что здесь из проводов есть. Бля, тут просто такое количество проводов, блядь, это я не знаю, как на электростанции какой-то. Тут просто от PlayStation туда, здесь карта захвата, здесь микрофон, здесь USB-шки, хуишки, блядь, рули подключены, педали, блядь. Короче, все, нахуй этот дрифт, блядь. Я, вот, короче, это перекладка была. Я такой, я понял, что там я не... Бля, как обычно, короче. А, 3480 мне хватило, в принципе, неплохо набрал. Файнал заезд, за который я получу награду, правильно я же помню, или что там? Ага.
Выбор заезда. Финал. Экзамен курса любитель. Заезд на время из одного круга. Во-первых, мне нравится, что мне дают кайман. GT4 Club Sport. Тачка, которая должна очень нихреново рулиться. Во-вторых, мне не нравится, что я еду по какому-то Dragon Trail'у, блядь. Скорее всего, здесь были какие-то упражнения, что-то знакомое, но вот это... А, Хорватия, Хорватия, помню, что-то такое было. Но только... Фу, заезд на время, да? 1.50-200. То есть мне сейчас нужно как-то вот все, вот все навыки, которые... Только без дрифта, да, я так понимаю? Наверное, лучше... Блять, а, еще я вид сменил, что ли? Так, подожди, а как вид-то обратно сменить? Блять. Это ручник. Все, понял. Блять, мне страшно, я что-то не знаю. Бля, как он рулится охренительно. Паршивец, а? Блять, это первая касса уже. Я, блядь, я пока тут соображал. Не, хуйня. Он рулится очень круто, но я проеду сейчас, может быть, на золото, просто потому что мне повезет, а не потому что я пиздато проехал. А я не хочу, чтобы мне повезло. Вообще похуй, блядь, да? Срезал. Блять, он вообще охуительный. Да, блядь, нахуй первая. Я все время думаю, что это вторая. Потому что будешь смотреть на приборы, тут как минимум в четырех местах, блядь, написано. А! Ебать, ПБС! Какой ПБС? В смысле ПБС? Это же этот! Это же стабилизейшн! А чё он включен был? А чё его... А кто включил ты мне его? Вот сейчас я отключил. Это ПБС. Это оно самое. Я отключил только что в нижнем правом углу. Даже стоп, я не мог в ралли гонять с ПБСом. Там бы меня так не носило, блядь. Это, видимо, здесь включилось. Но в дрифте, само собой, тоже я не мог. С ПБСом. Во, блядь, я думаю, где фан-то, блядь? Где дрифт? Я думаю, что-то меня не сносило до этого. Не, ну в смысле, я имею в виду в этой гонке, в начале, в самом. Так, здесь хуета, да? Это хуета. Можно было еще агрессивнее. Так, там опять такая же хуйня. А похуй вообще, блядь. Это, блин, было близко. Так, минута 50, да? Куча ошибок, но я хуячу. Ничего не видно, пересветы, вот сейчас видно. Вам пора уже. Сбавлять. Блять, можно было... Я просто трассы не знаю полностью. Это не золото, да? Это не золото. Это не минута 50, пожалуйста! Ну, раскочегай! Давай! Ну, где финишная ебаная черта? Блять, придется заново ехать. Минута 51. Серебришка. Нет. Нет. Теперь я более-менее прочувствовал трассу. Выключил нахрен ПБС этот. Пробуксовочная, буксовочная система. Так, пыта, ага. Здесь нормально можно пройти. Так, на четвертой в отсечке. Ладно, даже на пятой, зачем? Тут я вообще тормозил зачем-то. Я не знаю трассы, блядь. Так, никакой, блядь, первую передачу, главное, не втыкать. А я думаю, что меня тут не понесло, когда я газ полностью открыл. Вот, сейчас мы аккуратненько, минута 49 с копеечками проедем, все будет хорошо. Бля, какой же кайман прикольный, а? Он прям хорошо реально идет. Он прям очень хорошо идет. Так, все, я трассу более-менее реально заучил. Так, аккуратно газ открываю. Бля, рано переключился, ладно, нормально. Это не самая главная проблема. Фух, то есть я местами ехал слишком агрессивно, а местами как бы... Так, хорошо, нормально, отлично. Так, все супер, все хорошо. Так, главное сейчас пройти вот эту вот поеботину, и все будет вообще огонь. Пятая. Так, здесь главное тормозиться и на вторую скинуть. Я думаю, пора. Так. Ну, не слишком агрессивно, но немножко боком зато. Ха-ха! Ну, так скажем, забавы ради. Че, ради забавы? Да, местная путана, бля, забава зовут ее. Так. Ага. Ага, ничего страшного. Так, здесь... Блядь! А, на два колеса, сука, встал! А, страшно! Страшно! Пятое. Все, сейчас, блядь, однозначно должен проехать. Если я сейчас не проеду, я охуею. От этого кино, блядь. Аккуратно. И газ полас! Все, блядь, ну тут я хуй знает. Если я сейчас не проеду минуты 50, то уже даже как-то неловко станет. Блядь. Ну нет. Да хорош шутить! Золотишко, да? Так, чё больше, чё? Чё больше? Сверху справа что-то было написано, чё-то больше. Награда подъехала. Так, короче, любителя и новичка я полностью прошел на золото. Но впереди, как я понимаю, ждут испытания еще профи. Но сначала нужно получить награду. Так, награда.
Пожалуйста, можно нормальную машину? Вот не надо хуйню гоночную, пожалуйста. Ну что, блядь, что это за, блядь, что это за модельки игрушки? Нахуй мне это? Я что? Ой, блядь, позор. Что это? Что это за хуета? Citroёn, что ли, этот? Он просто был Citroёn этот, блядь, под космос сделанный. Dodge SRT Tomahawk. Блядь, да мне просто надо было Challenger Trackhawk. Нахуй мне Tomahawk, блядь. Что это такое? Vision Gran Turismo GR1. Пиздец, всякое говно мне дают, я не понимаю. Зачем? Достигнут рубеж. Так, что такое? Получено все серебро. Какое серебро? В смысле, все серебро. Алло, блядь, я на золото ехал. Это Венено это? Или как его там, блядь? Вот гиперкариус, итальяно, перфо... Венено. Какое серебро-то, блядь? Если на золото я прошел. Какой рубеж? Таинственный автомобиль, что? Получено все золото. Так, что, нормально, пожалуйста, что там? Машина это хотя бы. Что это? А, ГТР. Сейфти кар, типа? Блять. Ну ладно, ну это ГРХ. Группа X. Так, ладно. Все, достигнут рубежи. Собираю все золото в режиме. Так. Блять, да сколько рубежей-то я достиг уже? Да ебаный в рот, что такое? 25% в компании. Вы уже. Гонки против. Да! Нет! А где? В смысле? Еще же профи должны быть. Пацаны! Мне же говорили, любитель и. Ой, новичок, любитель. Смысл? Где мой геймпад? Пошел разбираться. Так, сейчас я все, сейчас посмотрим, посмотрим. Тут еще какие-то испытания есть. Что такое? Я выхожу отсюда. Где я, профи? Не понял. Ну, сейчас реально не понял. Новичок, любитель. 100% пройдено. Может, не здесь? А где? Если это школа вождения. Опа, блядь, Токио Экспресс. Ага. Так, испыт... А-а-а, знакомство с трассами, что? Ух ты, блядь. А, нихуя себе. Не, ну я тут охуею. Не-не-не, это... Circuit de la Sarthe. Circuit de la Sarthe. Circuit de la Sarthe. Так, что тут? Нюрбургринг, конечно, большой, большой. Не, ну прикольно тоже, но я к этому я не готов. А что такое испытание? Ух ты, там девчонка в юбке была. Разнообразные испытания вашего гоночного мастера... Блять! Это, походу, то самое! Да? Токийская битва. Битва родстеров. Ребят, продолжаем. Ну, это получается уже не школа вождения, это челленджи какие-то, но тем не менее. Это же что-то подобное. И тут наконец-то машины нормальные. Блять! Наконец-то, сука! Блять, ебаный Citroёn все испортил. Нахуй он нужен здесь? ТТ купе, ТТС купе. Заебись. Камаро СС. Пойдет уж лучше, чем ГР-4. Круп, блять. ПП. Вот это вот все. В8 Вантаж, блять, испортило все, ладно. Мито. Скалетто, блять. Альфа-Ромео. Тоже заебца, мне кажется. Фокус СТ. Пацанская тачка. Хули нет-то. VRX STI Type S. Красавица, девушка, мужчина. А, ну, в смысле, я имею в виду красавица. Она просто красавица, я не знаю, она красавица получается. Ну, получается так. И это уже мы катались тоже. Еще этап 2, этап 3, этап 4, этап 5, этап 5, 6, 7, 8 этапов. Короче, ребят, все будет зависеть от вас. Давайте 30 тысяч лайков, и мы переходим к испытаниям. А где профи-то, я не понимаю. Я рассчитывал... Ой, блядь. Какой-то Льюис Хэмилтон. Какие-то чуваки непонятные. Ладно, в общем это. На сегодня получается все. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.